Карта дня на сегодня – ключ из вишневых сумерек. Есть какая-то старая-старая тема, которую вы сегодня вдруг поднимете сами. Возможно, у вас какая-то проявится даже ностальгия по кому-то, по прежней работе, по прежним привычкам, по прежним устоям. Ну, да, это будет известие. Известие от старых знакомых. Знаете, они еще в возрасте. Это старше 40 даже лет. Возможно, так. Причем эти знакомые когда-то с вами очень хорошо поступали. И сегодня у вас проявится это чувство ностальгии. Но зачем оно вам? Знать только стоит вам. Ну, в общем-то, это вообще работа. Тоже может резонировать как с предыдущего места работы. Но вообще все равно, даже несмотря на то, что это вишневые сумерки, карта очень положительная. Как бы, вы знаете, вот вы закрыли шкатулку и положили ключ. Это как закрыли. Закрыли одну из глав вашей жизни. И у вас идет новая, новая жизнь, новые приключения. И они очень даже интересные. Очень интересные, и также откроются двери к другим аспектам вашей жизни. Сегодня будьте спокойны, день сегодня замечательный. Оставайтесь на высоте, как вы и были, есть и будете. Не рекомендую вам начинать беседу, если вам напротив собеседник сказал сразу слово «нет». Это всегда потом будет натянутая, вышколенная беседа. В общем, сведите, если вы так уж хотите что-то хорошее получить, хорошее с работы, хорошее от человека, то начните, да, даже у меня вот двери захлопали, это однозначно к новым возможностям в вашей жизни. В общем, начните с того, чтобы человек сразу сказал слово «да», и у вас пойдет как по накатанной очень легко. День хороший, ключевой. Благополучный. Хорошего вам настроения.